Томатный гном, малиновая нерка. Томат довольно-таки урожайный. Помидорки крупные, до 300 грамм. Высота куста примерно 1,10 м, 1,20 м. Второй кустик. Такой вот. Урожайность очень мне понравилась. Такие ребристые слегка томатики. Макушечки у них чуть в зеленцу. Такой вот не чисто малиновый цвет у помидора. Он такой пурпурный отдает. Красивые томаты и вкусные. Такие сладкие с небольшой кислинкой. Сравним с описанием. Так, вот такая картинка. Немножечко по цвету не совпадает. На самом деле томатики чуть светлее. И описание. Вот здесь как бы описывается вкус, даже он с фруктовым сложным вкусом. Да, невкусное плодоношение, непрерывное до заморозков. Но сейчас уже сентябрь и холодно довольно-таки. Помидорки себя неплохо чувствуют на кустике. В общем, мне понравился этот сорт. Буду его высаживать дальше. Малиновая нерка.